Wake up. Просыпайся. Новый день начинается. Красота и счастье окружают тебя. Вперед! Твоя судьба тебя зовет. Раздели радость с друзьями. Тебя ждут удивительные приключения. Дыхание природы поможет тебе во всем. Жизнь преподносит тебе уроки. Уроки, которые надо выучить, чтобы преодолевать трудности. Hold your head up high. Keep your courage inside. Then sure as the sun and the stars up above, you will discover love. Книга джунглей. Встреча с Мишуа. Мишуа! Мишуа! Пожалуйста, зажгись! Пожалуйста, зажгись! Поднимись повыше, и Маугли узнает, что мы здесь! Ну, пожалуйста! Мишуа, где же ты? Ну все, давайте ложиться спать. Надо готовиться к обратному пути домой завтра. Пойдем. Мы встретимся с ним как-нибудь в другой раз. Да, дедушка? Конечно. Если у всех будет все нормально, обязательно встретимся. Твой папа с небес обязательно найдет Маугли и отправит его к нам. Ты же тоже так думаешь, Мишуа? Ведь правда же, девочка моя? Пойдемте. Пойдем, дочка.
Мишо? Иду. Пошли. Нечего на них смотреть. Мерзкие обезьяны. А ну пошли отсюда. Отпустите дочку! Помоги мне, Маугли! Помоги, Маугли! Мишуа! Мишуа! Я иду, Мишуа! Маугли, смотри! Мишуа! 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 Все хорошо. Мишуа, очнись. Мишуа, возьми себя в руки. Смотри, это Маугли. Маугли! Маугли! Бедняжка думает, что уже на небесах. Бедная девочка. Я настоящий Маугли. Все в порядке, ты в безопасности. Я прогнал обезьян. Да. Тогда понеси меня, как в тот раз. Это Маугли. Мой настоящий Маугли. Настоящее волшебство. Вот как это было. А я надеялся увидеть и папу. Когда мы перебрались в город, у него поднялась температура. Он мучился всю ночь, а потом ушел. Он переутомился. Бедный папа. Он так хотел вернуться в деревню. Он так мечтал об этом. И мы решили похоронить его в деревне. Поэтому тихонько сюда вернулись. Но когда сюда пришли, вот что обнаружили. Я чуть не прошел мимо, не узнал деревни. Я думаю, это Господь наказал их за то, как они жестоко поступили с нами. Но это не так. Маугли за нас отомстил. Ведь так, Маугли?
Как это? Это... Тогда в лесу кровь на лодыжке Мишуа. У тебя кровь. Что-то случилось? И тогда я пошел в джунгли и попросил о помощи своих друзей-волков. Чтобы защитить лес Сиони, надо снести эту деревню с лица земли. Они хотели убить вас красным цветком. Это жестоко. Вот видите, все как я и говорила. Ты очень сильный, Маугли. Как рассказывал Харти, когда-то давным-давно таким образом исчезли одновременно 5 деревень. Да, мне рассказывали старики, что так оно и было. Я рада, что мы встретили Маугли. Мы уже собрались в Канивару. Мечта Мишуа исполнилась, да, дочка? Да, и я рада. Вот где-то здесь было мое поле. Рядом было поле с сахарным тростником Кулка. А вот там... Что, Мишуа? Дедуля, а если мы здесь снова посадим семена, здесь что-нибудь вырастет? К счастью, земля хорошо удобрена животными, которые здесь прошли. Так давай здесь посадим семена снова. Точно? И тогда это место опять через несколько месяцев станет полем. Да, но дедушка... Не переживай. У нас еще есть деньги Нила. Если мы их потратим на семена, наше поле снова скоро станет как раньше. Так что переживать не о чем. Здорово! Я рада. Отлично. Здесь снова появится поле. Здесь было пастбище, да? Трава растет, но коров нет. А вот здесь Маугли побил Булли. Мария, волноваться абсолютно не о чем. Пастбище отличное. Если бы только у нас были коровы, мы бы великолепно зажили. Но коровы — это самое важное, а денег, что оставил нам Нил, на коров не хватит. Тут ты права. И кроме того, вдвоем мы не справимся. Да, тут ты тоже права. Что случилось, дедушка? Дедушка хочет здесь снова вырастить коров, но у нас нет денег, чтобы их купить. Коровы? Это то же самое, что и буйволы? Ты хочешь сказать? Да, как буйволы. После того, как мы разрушили деревню, мы привели буйволов к себе. Они у реки. Лама у них за главного. Лама? Ты слышала? Да, я все слышала. Маугли наш спаситель. Невероятно. Какое счастье. Так, я все решил. Не теряем зря времени. У нас с вами очень много дел. За работу. Да, нам предстоит усердно поработать. Маугли, ты нам поможешь? Предоставьте это мне! После всего, что с нами произошло, наблюдать за закатом — большое удовольствие.
Да, так много произошло за такой короткий промежуток времени. Теперь, когда вернулись буйволы и у нас есть семена, деревня станет как раньше. Удача опять будет с нами. Я уверен в этом. И я на это надеюсь. Тогда мы будем смеяться от всей души. Да, а мне надо изо всех сил стараться быть активным и сильным, пока Мишуа не превратится в настоящую невесту. Ну, дедуля... Маугли? Да? Я бы хотел тебя попросить, но не знаю, как это сделать. Что? Оставайся жить с нами. Тогда мы будем в безопасности. А, Маугли, соглашайся. Прошу тебя, пожалуйста. Маугли, будь моим сыном. Мишуа искала тебя и так сильно скучала. Пожалуйста. Оставайся с нами. Очень тебя прошу. Как-то раз я приходил в Канивару. Я так сильно хотел увидеть Мишуа и всех вас. Я пошел в Канивару, но вас не нашел. А ну стой! Я прошел через такое. Маугли, оставайся с нами, не переживай. Да. Правда останешься? Как здорово! Маугли! Буйволы? Что они здесь делают? Не переживай, Мишуа за всем следит. Она придет, все нам расскажет. Не волнуйся. Я боюсь, он не вернется. Останется в джунглях. Нет, он не такой. Тут ты права. Дедушка! Дедушка! Кажется, Маугли вернулся. Что там такое? Да что ты? Сюда идут люди! Что? Не Маугли? Кто там? Я не знаю. Их шестеро, и двое из них дети. Так, я пойду и посмотрю. Осторожнее. Да это же братья Калки. Я узнал их. Извините нас, пожалуйста. Ну что, вернулись? Совесть-то мучает. Простите нас, пожалуйста. Нас обманули. Старосты и Балдю, пожалуйста, простите нас. Честное слово, мы не виноваты. Не держите на нас зла. Нас обманули, правда. Пожалуйста, мы вас очень просим. Вы же знаете, мы такие доверчивые. Дедушка, может, простим? Калки неплохие. Пожалуйста. Да, калки неплохие, а плохие старосты и Балдио. Вы нас простили, да?
Спасибо, спасибо большое. Ну, рассказывайте. После того, как разрушили деревню, мы жили у родственников, но ничего хорошего из этого не вышло. Вот, пришли сюда. Надеемся, теперь гнев небес прекратится. Это не небеса. Это Маугли разозлился. Маугли! Маугли! Ребенок-волк! Дураки вы, дураки! Так и не поняли. Это не ребенок-волк. Это наш сын Маугли. И я вас никогда не прощу, если вы продолжите его так называть. Маугли, привет! Смотрите, это Маугли и много буйволов! Это лама. Это наша лама. Чудеса! Это же буйволы со всей деревни! Вон, смотри, наши тоже! Да, благодаря Маугли мы можем снова жить в этой деревне. Поняли вы? Маугли! Привет, Мишуа! Дедушка! Мама! Маугли! Залезай! Привет, мама! Телевидение Дора ТВ, мерчендайзинг Рим. Производство Абдабра Кинематографик Швейцария. Телевидение Дора ТВ, мерчендайзинг Италия. Студия мультипликации Nippon Ltd. Япония. Продюсеры Орландо Каради, Лоренцо Джелардони, Моника Каради, Киочи Матахаши. Сериал создан по мотивам романа «Книга джунглей» Рейдьярда Киплинга. Режиссеры Фумайо Кирокоа и Кимайо Ябути. Авторы сценария Набуёки Фудзимото, Асаи Уотанэй, Кенджи Йошида. Композитор Хидео Шимазу. Фильм озвучен студией Soul Pro по заказу кинокомпании «Русский фильм» в 2008 году. Роли озвучивали Ольга Шорохова и Дмитрий Филимонов.